За кубок губернатора Астраханской области на теннисном турнире соревнуются 98 спортсменов из 15 регионов России. Старт традиционным соревнованиям, которые проходят в Астрахани в 9-й раз, дал губернатор Александр Жилкин. За право обладать кубком борются в двух категориях. Подробности смотрите у нашего корреспондента Александры Востриковой. Заниматься теннисом Даниил Мулинцев начал 7 лет назад. Предпочел хоккею, плаванию, корт и ракетку. Сейчас в его личной копилке наград 5 золотых медалей разных турниров. Ездит на соревнования с мамой. В Астрахань приехал первый раз. Играть ему здесь будет непривычно, признается Данил. В Екатеринбурге намного прохладнее. Но для Данила погода не оправдание. Я надеюсь попасть как минимум в восьмерку. Ну, если получится выйти в полуфинал, это будет очень хорошо. Завтра очень сильный соперник, третий сейный, много очков. В этом году соревнования на кубок губернатора Александра Жилкина проходят в двух возрастных группах – 9-10 лет и 11-12. Заявки на участие в турнире подали 98 теннисистов из 15 российских городов – Москвы, Астрахани, Казани, Саратова, Самары, Пензы и других. Кстати, в 2015 году категория турнира повышена с 2Б на 2А, что повлияло на количество участников турнира. Оно снизилось. Чем выше категория, тем меньше спортсменов попадает. Это только с этим связано. Ну а так сам по себе, конечно, теннис – это такой умный вид спорта. Его не случайно сравнивают с шахматами, потому что мгновенно нужно принимать решение по полету мяча. И решение должно быть верным, иначе ты совершишь ошибку. Поэтому я очень рад, что у нас вот есть такие заинтересованные предприниматели, которые создали академию тенниса, тем более для южного региона, для нашего. Это наш вид игры. Хотя ветра и мешают иногда, но ничего страшного. Победители турнира будут награждены официальными призами губернатора Астраханской области – кубками «Хрустальный лотос». Глава региона отметил, что в области теннис становится популярнее с каждым годом. Появляется инфраструктура, формируется тренерская база, все больше родителей приводят детей на корты. Александр Вострикова, Владислав Олейников, РЕН-ТВ Астрахань.